сегодня дела? Сегодня вот после дождя что-то мало народу. Ну вообще ничего, настроение пойдет. Что люди говорят? Люди говорят по-всякому. И хорошо. Ну, больше, конечно, хорошо, чем агрессивно. Агрессивно, конечно, меньше. А у вас как дела сегодня? Ну, у нас сегодня то, что мы собрались с негодованием вот на этих товарищей Навального, Немцова, чтобы именно ликвидировать их, уничтожить нашим вот этим негодованием и нашими вот списками всеми, чтобы их не были, они не портили нашу жизнь. В нашей жизни и так очень мало хорошего, но мы сами и эту жизнь добиваемся. Вот и сейчас хотим добиться, чтобы вот эти товарищи нам не мешали детей воспитывать, жить, ездить даже за границу. А они нам мешают. То, что вот это. Мы с удовольствием вот собираемся, составляем списки, и это негодование, я хотела бы, чтобы это, оно повлияло на этих товарищей, уродливых товарищей, которые мы с негодованием хотим их уничтожить.